Да ладно, какие люди? Блин, Кэп, не говори никому, пожалуйста. Ну, пойми, просто сейчас кризис. А я еще в Warface вернулся. Доната нету, ничего нету. Ну как быть, ну блин, ищу хоть что-нибудь, какие-нибудь пин-коды на один час. Не сыр, а куха, будет тебе пуха. Для таких, как ты, кто долго чирил, я уже новую ссылку в описании намылил. По ней проходишь, все нужное находишь. Статку растишь и раков всех гнешь. Ну а дальше, братишка, ты сам все поймешь. Оу май! Мало того, что элитно, да, так еще и киберспортивно. Дарк утонет? Нет, капитан очевидность. СМГ уже не в топе, не в мете киберспорта. Там теперь Бильбо Снейк. Но от этого СМГ не стал хуже. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Ракутагин, капитан очевидность. Warface прекрасный. И в руках у нас не менее прекрасный СМГ 45. Да, будем гнуть, будем нагибать, да, в элитной-то версии. Противники, ну так, деточка, наступают. Противники опасные, противники коварные. Они очень быстро ворвались на второй плент, но я думаю, мы сможем дать им отпор. Пока что у нас преимущество численное. Так, а я уже нет. Вот так вот, деточка, да, один остался, один. Нет, нет, нет. Долбиться в рот! Вот это поворот! Долбиться в сраку! Рачки в атаку! Итак, друзья, настроение сегодня классное, музыка, я считаю, мое мнение чисто такое скептическое, обычная ракучечковская музыка, ну просто великолепная, душевная, хорошая. А СМГшка гнет. Я двигаюсь вверх по лигам соло РМ, все получается, все у меня успешно. Даже иногда подумаю, может попробовать первую лигу взять? Не знаю. Но это будет интересный эксперимент как минимум. Как вы знаете, я не самый большой специалист по подрыву, но в принципе, вроде как, вы знаете, этот сезон что-то очень у меня залетает, очень получается. Возможно, мои киберспортивные тренировочки дают свой эффект. Да, вы знаете, я стал из автоматического оружия, из ПП, штурмовых винтовок, как-то гораздо лучше попадать, нежели раньше. Видать, да, все-таки методики, которые я узнал, они как бы имеют эффект. А, сука. Мышь, наших наклоняют. А, кстати, да, спасибо, Кэп. Наших наклоняют, а я выдвигаюсь, ребята. По-моему, они где-то на единице у нас, мне кажется. Блин, странно, вроде тут кто-то был, никого. Ах, только, да, тихо. Ой-ой-ой-ой-ой-нет. Ну, давай, иди сюда. Вот так, мой сладенький. Ой, ну нет. Headshot, baby, you got owned. Double kill, детка. С почином, рачином. Благодарю, Днарина. Ох, как душевно, блин, залетело. Кстати, друзья, я только заметил, против нас-то, оказывается, клан играет. Из пяти полностью полная скобка против нас клан. Блин, ну это остро. Как ни странно, у нас пока получается нагибать. Удивительно. Но посмотрим, что будет дальше. Главное, как говорится, не расслаблять булки раньше времени. Иначе будет плохо. А если прям не будешь расслаблять, соберешься, то гляди и победим. Да. Так. Ага, один у нас, по идее, еще под навесом должен быть. А, нет, вон он, понял. Он у нуля стоит. Ясненько. Ну что мне остается? Я думаю, мне стоит вот так вот полежать и подождать, посмотреть. По идее, тот противник, который слева, он должен выйти с колонн. Должен выйти по-любому. Я думаю, он выйдет по-любому. И никак иначе. Блин, да что так странно-то? Чего он не идет, правда? Ну, ага. Наш двигается вдоль контейнеров. Блин, никого. Слушай, походу он у нас... Да, походу он у нас тут, слушай. Надо помогать, помогать надо! Headshot. Да, детка! Ракутаги, ну ты как всегда, большую часть раунда был абсолютно бесполезным углом. Да ладно. И только под конец хоть как-то проявил себя. И то в крысу. Ну ты и жопанюх. Я слышишь, жопанюх, я тебе дам жопанюх, понял? Ты что, опух что ли меня так называть? Я все правильно делал. Я мог, конечно, ворваться, но получил бы я, скажем, на тех же колоннах в лоб, потому что был бы в невыгодном положении. Человек-загадка. Человек-туман. Да, человек-туман, человек-загадка. Че ты, блин, постебаешь? Это эффективная тактика, дымы работают. Вот увидишь сейчас. Ага. Кстати, здесь голубчик есть. Ха-ха-ха, да. Вот так, мой сладкий. Замечательно залетело прямо в хедшотик, прям в эту головку. Вот так вот, дабл килл. Так, со спины вроде нет. Стало быть, он где-то здесь. Я думаю, он где-то у плента должен быть. А, вот он. Ух, красавчик. Засаде засадил, молодец. Конечно, интересно. Четверо рандомов гнут скобку клана.
Кэп, ну, везение. Везение в том числе. Я не знаю, я этот клан впервые встречаю. Опасные они, не опасные. Ну, блин, у нас получается, что там говорить. Получается, хорошо залетает. Может быть, ребят просто не разыграны. Может быть, просто это мы крутые. Вы лохи. Кэп, бля, чья бы корова мычала, понял? Так, на колоннах вижу. Хедшот, детка. Даблкил, деточка, да. Блин, а у нас, кстати, у нас-то действительно четверо, что-то я об этом не подумал. Бля, ну это жопа. Смотри, Ебухентий, ты тут совсем один на единице. Не лезь на рожон. Ну я не буду лезть, ты что, я спрячусь, конечно. Блин, они нас так могут догнать, у нас один вылетел, я даже не заметил. Нас четверо против пяти, получается, играет. А там еще и клан, у них связь, все есть. Жопа. Ладно. Будем пробовать. Вот тут... Ты смотри какой, блин. А он что, знал, что я здесь, или он просто решил проверить? Вот так вот. Блин, наши гнут. Это очень, конечно, неприятно сейчас. Давай. Блин, я медика не смог забрать. Вот досадно-то как, а? Ладно. Ага. Сука, это было глупо, я не согласен. Ебукентий, нагну. Да. Блин, ну вообще какая-то жопа, блин. Наших уже нагнули почти всех. Что делать-то, блин? Как жить-то? Ага, давай. Конечно. Вот так, детка. Эх, блин, как бы так изло... Хреновая у тебя привычка идти отдельно от командора, куда ген? Да что я мог сделать, Кэп, ну, на единице ни одного человека, ну, должен бы я туда пойти. Как не пойти на единицу вообще, чтобы, ну, все на двойке, что ли? Противники зайдут на единицу, там вообще хрен выбьешь потом. Эх, блин! Бля, жопа нас реально догоняет. Вообще мне ни хрена это не нравится. Как бы еще их так встретить, блин. Надеюсь, не единица будет, потому что я тут, правда, один... Да я один, сука, нет! Наконец-то вы пришли, да? Ну, я молодец, я был успешен, я думаю, наши затащат. Давай, братишка, соберись. Нормально. Всего один раунд надо взять. Нормально, один уже я обеспечил нашим тиммейтам, я думаю, это тоже возьмем, давай. Тихо, голубчик, живи. Так, хорошая мысль, да? Вопрос, почему я инженеру даю броню? А почему бы и нет? Почему бы и нет, собственно говоря? Готов. Отлично. Ой, нет. Да ну, блин. Ну, попади, пожалуйста. Давай. О, красавчик наш, молодец. Ну, вот и жопа пожаловала. Ракутаген, ты один. Запомни, Кэп. И один в поле воин. Если по-нагибаторски он скроен. Все бойцы противника убиты. Мы победили.